В очередной раз Славянск на Кубани стал центром проведения масштабных краевых соревнований по легкой атлетике, которые прошли 6 января на базе легкоатлетического манежа «Олимпиец». О ловкости и сноровке, победах и поражениях кубанских спортсменов смотрите в следующем материале выпуска. Рождественские старты – традиционные соревнования по легкой атлетике, которые проводятся уже несколько лет и пропагандируют королеву спорта среди подрастающего поколения. Представительные соревнования краевого масштаба принял легкоатлетический манеж «Олимпиец». Спортивный объект высочайшего класса. А по-другому и быть не могло, уверен начальник управления по физической культуре и спорту Александр Прищепа. Соревнования по легкой атлетике, они все будут проходить на базе, зимние, все будут проходить на базе нашего манежа, потому что сегодня в крае негде, и в ЮФО также негде проводить соревнования такого уровня, как вот эти сегодня, которые проходят. И в дальнейшем мы и учебно-тренировочные, у нас идут все сборы, проходит сборная Краснодарского края здесь, паралимпийские команды все сегодня тренируются на базе нашего Олимпийца. То есть Олимпийц сегодня, ну как бы, работает на все 100% загружен, то есть этим мероприятием. За призовые места сражались более 350 кубанских спортсменов. Участники соревнований состязались в беге на различные дистанции, в прыжках в длину и с шестом, метании, а также в многоборье. Дарья Игнатова, можно сказать, прирожденная спортсменка. Занятием гимнастикой она посвятила большую часть своей жизни. В 21 год девушка уже может похвастаться хорошими результатами на краевых и даже российских чемпионатах. Начнем с того, что я всю жизнь им занимаюсь, я уже не представляю свою жизнь без спорта. Это отличный способ отвлечься. Это просто жизнь. По-другому ничего не могу даже сказать. Славянские спортсмены показали достойный результат и в очередной раз доказали, что наш район был и остается одним из самых спортивных. Буквально через несколько дней Славянский район вновь встречал спортсменов со всего Краснодарского края. Первенство по легкой атлетике прошло на базе Центра спортивной подготовки «Олимпиец». Это на сегодняшний день единственный действующий манеж в крае, который способен принять соревнования как краевого, так и федерального уровней. Надежда Калинина, Александр Косицын, Александра Тимовская. Программа «События».